Мармалюга бы какой-нибудь зашел, блядь. Вон Градос в каком Ульдуаре находится? Скорее всего, в десятке. Он когда поймал Войд? Я же говорила, что я взяла его вчера. Уже он с КД пришел. Бармалюги писали? Диси. Ёжу. Так, здрасте. Здорово. Так, я тут первый раз, если что, да, ничего, не парься, просто бей метку, которую скажет, и потом босса, и все, и стой под мордой босса. Все легко. Так, ну если будут что косячить, говорить. А твой сосед, да, когда косился? Ставлю рыбу. Сейчас все, пизда. Короче, понятно. Расскажите, по какой практике? Как по старому, отбираем от лужи? Да, да. Потому что кошка ваншотает. Значит, кошку. Кошку. Блять, коня своему. Че еще раз? Да не могу рыбу нажать, варлайк сидит на купе. Отъебитесь с рыбы, блять. Разойдитесь. Че вы сели как попало, блять? Сделайте, чтобы рыбу видно было. Даже я ее не вижу. Где она? А, ее видно было, она вот где-то справа была. Рядом с варлайком. Закликали, возможно. А кто кликает? Какой-то аддон есть. Ну-ка, это Арти, блядь, ты знаешь точно. Сука, если я увижу... Этого я не знаю. Это еще не поставил. В смысле? Я знаю, что есть аддон. Если я увижу... У меня, кстати, мышка много раз кликает сама, так что, возможно, это я. Смотрите, если кто-то специально закликивает, блядь, я когда-нибудь поставлю этот аддон, пизда вам придет. Пойдете, блядь, в этот... Как? В войны темного пива там. Не, ну а какой вообще профит, блин, рейду подсирать? Пидор какой-то, нахуй. Не делайте так, не делайте. Вот, поставь это в стороне, пожалуйста. Вот рыба. Стоит рыба. Ешь. Ой, Войт. Смешная ситуация. Че? Мама услышала, да? Сори. Какой-то нехороший человек редиска нажимает правой кнопкой мыши на рыбу очень много раз. Капчик скастовать? Чего? Капчик скастовать? Да, скастую, этого я не взял. Кстати, у меня вот такой вопрос. Я забыл сказать. Смотрите, в чем прикол. По идее, в обычном режиме должно появляться два моба изначально, а не четыре. Нет. У вас нет такого чувства, что мы в героическом бьем? Нет. Два в десятке. Ага. Десятка и двадцать пятка. Два и четыре. Так. Че там, где этот босс? Идет, короче, давайте проверку. С пула поняли. Смотрите, теперь по-другому. Сейчас я хилов обратно верну. Артия, депонатора. Так, Роланда, будешь кому давать антифир? Кому-кому? Танкам, наверное, да? Так. Ну-ка. Вот. Есть все готово. Смотри, Тагариус, ты теперь на кошке, на дикой. Это твоя. А еще, кстати, обязательно должен это сказать. К ударной волне невосприимчивость к стану у кошек. Хорошо. Это самое. Клипса, ты на боссе, на Уриае. Тагариус на диких защитников. Невосприимчивость, значит, на таунтах вывозим. Звездочку убираем, ждем за стеной. Главное агро. Ну, что это? Как вот это объяснить? Я даже не буду бить. Сразу ложимся, стопаем хил. Тут, кстати, если далеко отойти, то она... Ну, я не отошла. Как так? Вы что, не стояли за углом или что? Там этот базука возле шкафа стоял. Боже, я провис, отлично уже мертвый. Конечно, вайпаемся.
Почему один пул мы выживаем все, а сейчас сдохли как бомжи? Блин, я вообще не понял, что происходит. Что он... Тебе не надо ничего понимать. Тебе надо просто бить звездочку, когда они придут. Смотри, ты даешь с пула ударную волну. Это дает агро по всем пяти целям. Сразу прожимаешь ШВ. И Тагариус прожимает 50 на 50. И прожимает Сакру. И прожимается Гера. Все это делается в одну секунду. Как только ударная волна пошла. Вы выживаете за счет того, что у вас прожимки. Вы да, должны... кстати, изначально так и делал, это помогало, давай так и сделаем. Вот, так и надо делать, потому что если мы сольем звездочку, то три остальные кошки будут слабее на 50%. Сольем вторую, и две остальных уже не составит труда добить. В этом задача. А куда ты пыхти? Обвалившаяся галерея. Ну и это... Подходите сюда. Ставлю рыбу. На ней 40 зарядов, не надо на нее тыкать 1000 раз. Тыкнули один раз, поели и все. И на себе хватит. Я бегу, подождите, не съешьте. Какой вкусный. Если бы съел, это сейчас проглотит, динозавр придет. Блин, в большой семье рот не разевай, да? Кто бы назвал, всю рыбу съел. Рыбу в доме пожрали. Так, идиот, аккуратнее. Наш зернулся. Все в одну точечку становимся, в одну большую сову. Короче, я прочитал в тоже типа, сейчас в интернете, что дикого защитника надо убивать в стороне от рейда. Если весь рейд продолжает здесь стоять, когда вылезает собака, его где-то за угол отпустили подальше в другую сторону. Ты понимаешь, Арти, это все очень круто звучит, но у нее вместо автоатаки каждую секунду идет прыжок. И это не поможет, ты ее не отведешь никак вообще. Ты понимаешь, ее никак не отвести. Вот она умирает, и надо отходить от того места, где она умирает. Все, по-другому у меня и регент кончился, пардон. Мистер Дживс? А где ты, Тагар? Квадрат, говорят. Идите сюда в квадрат, быстро. Там метки за нами надо поставить. Какие метки? На кошек. А вон они ходят пока. Метки. Танки в квадратик. Голубой цвет такой. Звездочку поставлю. Теперь встаньте далеко, вот здесь квадрат. Я за пулю к вам побегу. Пока что они там идут вдалеке, нажмите на звездочку, РДДшники сразу. Твой таргет выбрать, да? Да. Звездочку первую заливаем. Там... Чё, ну там лям, в принципе. Так-то прилично хп. Сейчас тэмбы сейчас шотит, он не стоит в рейде. Слушайте, вот всё думал. Вот они сейчас вот сюда зайдут, за угол, и вот с угла вот этого прям у нас прыгнут же. Ну не поближе надо, не? Да, они не прыгнут, там... Хотя да, там 5 метров, надо рисовать где-то, где кошка морка стоит примерно. Вот тут вот стойте ближе, за углом, типа. И чтобы ударная волна сразу достала. Только не выглядывайте, нос свой спрячьте. Мы в квадратике стоим. Все, соберитесь. Блять, задача выжить. У вас все способности на панели есть. Глыбы и так далее. Идут кошки. Жмите. Подойди, пожалуйста, в рейд. Готовимся. Сейчас только они появятся за углом. Ударную волну, массакру. Прожить. Ярти, бухнула. И Геру сразу. Почему хила бьет? Звездочку сливаем, зерга, потом поднимем, потом кружок выбираем.
быстренько кружок выбрали, зерганули. Две остальные проще будет. Быстрее, быстрее. Теперь черепок. После эфира сбиваем каст. Захиливаем всех. Встаем под морду. Черепок бьем быстрее. Быстрее черепок выбираем. Надо было обратно становиться, запоминайте. Быстрее и последнюю убиваем. Ромбик быстрее, весь рейд играет в ромбик. Убейте быстрее ромбик, все переключитесь. Там кинула. Значит, Тимыч, встаешь. Сука, заебала нахерять, мразь тупая. Тим, да сука, дикий защитник, все дикого защитника бьем. Встаешь, Тимыч. Все дикого хуярят. Быстренько. Все бурсты отдаем. Значит, будешь поднимать пана после того, как служи отойдем. Готовимся, уже отходим служи. Уже отходим. Дикий умирает, веди босса, отходим. Отходим. Вот. Все, теперь фулл ДПС по боссу. Пана поднимай. Визиря поднимай базуку. После ультразвукового поднимай базуку. Базука где там встает, нет? Давай, фулл баф. Задрулю, поднимай. Никого не поднимай. Соответственно, задрулю есть. Дикий появился, весь рейд выбрали. Таунтиш, Тагариус, стан даешь. Быстренько захиливаем просевшие цели. Каналы, всех... подойди ближе к рейду. Каналы, всех дикого успел, защитника. Все в дикого сильно. Петух ебучий убиваю. Быстрее, быстрее зергаем его. Как только мало хп у него остается. Говно ебаное, блять, пиздец. Отходим. Веди сюда в сову. Под морду, под морду. Все в одну точку встаньте. Задрулю Рика Реса. Веди сюда, от лужи отведи, уведи сюда, где сова стоит, показывает. Блять, вы так в эфир будет в лужу забегать постоянно. Веди еще. Ведите сюда, встаньте сюда, блять. Рика, иди сюда сразу. И дамажьте боссом. Дикий реснулся. Бьем. Дикого выбрали все. Сейчас он слабее и слабее будет. Смотрите, щитуй, щитуй тряпки. Потому что он кидает вот этот баф свой дикий. И шоты. И захиливаем быстрее, поднимаем по хп. Он сейчас слабее и слабее становится с каждым разом. Быстрее убиваем. Иннеры пока заливайте, пожалуйста. Вам иннеры пока дают. Так, тебе иннер дал. Дикого добиваем, отходим с места, где он стоит. И босса дпсим сильно. Сколько еще будем убивать? Да штуки две, наверное. До берсы 6 минут. Нормально, успеем. Штуки 2 убьем, потом будем в кучке просто стоять и не будем его убивать. Но там фишка в том, что на фире может он пошел от людей. Может и до конца будем убивать. Бьем босса. Это сейчас. Удар часового сбили. Людей захиливаем. Появился дикий, появился дикий. Бьем его. Сбегаемся под морду. Бьем, зергаем его быстрее. Я уе, все даем вот сюда. Ну все, выходы к этому. Давай этот самый. Заливаем. Видишь, бармалюги нету. ХП мало, сейчас готовимся отбегать. Отбежали оттуда. Босса веди. Дальше вниз идем. Вниз прям веди его, блять. Быстрее, быстрее сюда. Чтобы в ту лужу не бегали. Бьем босса сильно. Все, хорош. Стоим под мордой. Что-то мне кажется. Сколько это там луж? 4, да? 4. Да. Может еще одну залить? Так, до берсы 4. Не, еще одну, наверное, зальем. Так, сбили. После эфира под ноги возвращаемся. Дикий появился, убиваем его.
быстренько все в него играем. Стан и таунт. Смотри, чтоб цель не выбирал других. Вот за друлю выбрал, надо стоункить. Сука. После убийства отбегаем с места. Все. Все, следующих больше не бьем. Просто стоим вот здесь. Вот как сейчас стоим, так и стоим. И кошка, когда появится, пускай она просто в рейде будет. И мы просто босса бьем. Нам надо 60% слить. Все, теперь Кузна. Теперь выживаем. Как-то ману. Мана у вас нормально вроде. Ресайте. Значит, дикий появится, Тагариус, он на тебе. У тебя два таунта. Одновременно их не отдавай. Вот дикий появился, он на тебе. Геру дать по тем корыстам. Все, просто захиливайте. Просто захиливайте людей, на которых кошка вешает дебаф. Она прыгает, мы в одной точке стоим, она далеко не прыгает. Все, просто босса бьем. Половина хп осталось, 3 минуты до берсы. Просто играем. Значит, смотрите, страх, критический момент. Перед страхом щитки. Стараемся дубовую. Просто поворачивай на нас. Босса, поворачивай на нас. Ультразвук как раз. Все, встали все под лицо босса. Вот здесь на ступеньках прям. Быстренько и ДПС. В одну точку встали, чтоб кошка не прыгала. Паша, мана, пожалуйста, два инера залейте. У кого инеры откадешились, все отдали. Коты, совы. Так, визирь, я тебе закинул. Все, херачим босса. Да я закинул уже поздно. Нахотывай, мы по максимуму рейд. Чтобы это все прохиливалось. Перед фиром этот буйный скидывай. Удар часового сбили. Фир кончился, возвращаемся под морду быстренько. Под морду. Сука, стан. Под морду быстренько возвращаемся. Настю захил, ни у кого не уроняйте. Так. Значит, 2 минуты 40%. Надо с пула было не давать Геру, надо вот на этот момент Геру оставлять. Да? Надо там больше людей умерло. У нас 4 человека умерло. Да пиздец нахуй вообще, у меня очко горит с того, что люди умирают. Есть БР. Нет. Нету нихуя. БР нету. Кошку главное не убейте, нам нужно босса только бить. Удар сбили. Да. И сюда желательно поверни. Сюда. Так, встаем под морду. Нет, после фераса только 30%, что там, минутах 20. Могу если... Гера дать для тех, кто... Туда, и конечно. В чем проблема? Значит, берса. Минута 10. По максимуму, стараемся сейчас экзекутка будет на 20%. Максимум ДПС выдаем. И захил. Сало кинул. Да похуй. Другие хилы там же есть, тракуют. Если честно, я бью. Вот смотрите, страх, критический момент, стан, этот каст. Сбили. Блять, ненавижу в фере бегать просто так. Быстренько, быстренько, босса. 45 секунд. Силой тоже дамажим, давайте, молниями. Короче, примерно понятно. 5 луж и босса. Геру с пула не отдавать. Дикого, вот смотрите, вот сейчас убьете, блядь. Но вы типа его не выбирайте. Если он умрет, надо будет отбежать. 5 лямов, я хуй знает. 17 секунд. Залупа это все. Надо, блядь, сука, фул рейдом это говно бить, блядь. Из пула не дохнуть. Пизда, блядь, просто. Бесит, блядь. Сука, говно ебаное, блядь. Где, блядь, давай, Дубов, где остальные там? Где, блядь, турбоёжик? Где турбопушка, блядь? Сука. Бля, ну сложно не сдохнуть, когда в ебальник от нее пролетает 30к. А
Так там проблема в том, что люди некоторые стояли еще дальше за рейдом сзади и ну, не подошли. Поэтому кошка прыгнула, минус 3 сделала, минус 4 с пола. Слышишь, Слава, мне кажется, все не мне именно другое. Босс. Мне именно босс от босса прилетело. Да нахуй тебе от босса прилетело, сука. Ёбаный в рот. Сейчас ебать, просто Геру нормально дать, ну и все, я разъебаю. С пула не будем Геру давать, блять. Надо выжить с пула. С пула будете давать. Можно дать массакру. Массакру. Я считаю. Массакру. Я даю массакру. Смотрите, массакру. Гимн на хп. Да гимн это. Там Азраил ШП предлагает спекнуться с гимн. На самом деле, нет, в принципе, можно... Нет, как раз нам нужен ДЦ. Что сейчас было? Народ, слышите, смотрите, есть по-любому есть какой-то другой вариант, потому что когда кошки, кошка вот эта вылазит, ну, ну которую она призывает, лаганула, что ли? Он шотает, там невозможно не прохилить ничего, там два куска. Ну, первый же метра его прохилили, но 25 человек выжило. Значит, 4 человека. Я сразу умер, когда у меня она прилетела. Не на этот рай, а на прошлый край или позапрошлый. Мы сегодня играли. На прошлый край то же самое у меня было. А я сдох, потому что у меня кошка два раза тюкнула 18 тысяч и 13. И это произошло за 1.5 секунды. Там невозможно не прохилить, тебе ни боб дать, ничего. А первый раз, когда ты умер, потому что ты единственный, кто стоял под порталом, там где лок, под шкафом. Когда весь рейс сделал здесь. Да это я зависит. После этого меня резнули, я сдох от кота. Ой, точнее перед этим. Да все, забейте хуй. Ну раз так, раз мы не понимаем, что происходит, блять, будете бить на удачу, значит. Просто Господу молитесь и все. Только без лишнего базара. Я уже заебался это слушать. Не стройте теорий никаких. Если мы не понимаем, значит все, значит не дано, блять. Вот смотрите. Танки. Вы понимаете, что когда кошка, либо первые четыре, которые, либо дикий защитник, выбирает кого-то в цель, это значит, нужно ее стаунтить. Вы это делаете? Тагариус, Клипса. Вот. Это основная задача. Таунт, он, кошка идет на вас. Вот. То же самое, значит. С пула, если ты дал ударную волну, ты под ШВ, то 4 кошки, ну, секунду точно будут на тебе. С первой секунды никто не сдохнет. Дальше идет сакра по рейду. Одну тычку человек переживет под сакрой. И под щитком Израила, блядь, под первым. Вот. Дальше. Сакру давайте по очереди. Сначала 6 секунд этот самый Тагариус, потом 6 секунд Настя. А не так, что там, блядь. Этот. Одновременно, блядь, и потом пиздец вайп. Где там турбоёжик? Чекни еще на эти, на фласки, на самом деле, вроде 15 человек фласки вообще не пьют. Фласки раздавал, кстати, в том рейде, когда мы 2 часа собирались, блять. У кого фласок нету? О, у меня нет. Нашел сколько. Меня просто не было, видимо. Турбоежик Диси там нет? Там написал, вроде и нет появился. По ССам. Так, вы раздали СС? Так, смотрю, есть на мне. На ком там? На друидах висит? На визире не вижу. На себе есть. На задрулю нету. На мне есть сейчас. На тимыче нету. 3 минуты КД. У Черва и у Гнидыча еще без КД. СС. У остальных КД. Гнидыч. И у Пашкамарки 3 минуты. Какие-то чёфнутые. Там зайдет турбоёжик? Нет, что-то он написал мне в Дисе. Напишите кто-то ему, что он там. Грузится или что, я не могу понять. Так, приловлюсь пока.
Давайте так распределим. Пан, кинь на какого-нибудь тонкого человека. Боб с пула. Я кидаю на арти Боб. Хорошо, хорошая идея. Вот, не знаю насчет депонатора Васа Тагариуса, но чтобы арти выжил, я на него кидаю. Сама себя как бы прохиливаю. Бобы, короче, сейчас распределим. Ну, маги, смотрите, если вас кошка выбрала, и вы это заметили, типа, лучше глыбу слейте. Вот. На первых вот этих четырех. Потом, смотрите, Боб. Ну, давай, депонатор по Чирубелю будешь давать. Чирубель как он дамажит там вообще? Нормально же, если не сдохнет. Он 208, должен дамажить что-то. Васа по кошке. Пан по Рика. А Тагариус Боб по Макшаману дашь. По вот этим локам. Локи ДПСить хоть будут. А то задыхают, блядь, и лежат. Маги глыбу прожмут. Хант притворится, рога в инвиз. Друиды дубовые, шаманы встанут. Палов варов не убьет, блядь. Ну и хилы, не знаю. СС, БР и так далее. Да, Боб с пула. Запомнили свои цели? Маги копии все прожмете. Кошки копии пока будут убивать, тоже 5 секунд выиграем. Копии на рейд отойдут, могут кошки прыгнуть на копии, потом прыгнуть на рейд. Такое, типа, если нам не надо вообще никакого. Похуй. Я уже делаю такое нормально. Похуй, они должны рядом стоять. А чё они на рейд будут ходить, чё им делать нехуй, что ли? Они стоят в куче, они должны... Ну, типа, сразу... они могут стать за 5 метров от кошки, если станут, то кошку можно не прыгнуть. Похую вообще, похуй. Даже дверь открыта, блядь. Смотри. А ярче. Так, ладно, босс идет, турбоежика нету, РЧ, заходим за угол, готовимся, план свой гениальный, блядь, задача не сдохнуть, убить кошек, все как вы помните, где там, блядь, метки есть у них, этот, звездочку выбираю, блядь, выберу, сейчас. Вас вот Тимбыч, поближе встань. Тимбыч, прием, надо, блядь. Тимыч, быстрее сюда. Сюда, Тимыч, давай, Тимыч. Смотри, ФКшит, блядь, пизда. Тимыч. Ёбаный кот, блядь. А еще гридхули я его так не встречаю. Давайте, сакры пошли. Сука, блядь, гусь. Давайте, ебашим. Звездочку. Звезду зерга. Ну, полетели те, кто дальше стали. Кружок потом выбираем, убиваем. Ну а там минус 4 спала. Да блять, бейте нахуй. Пизду, нихуя не бейте, все, не БРМ, ничего, блядь, пизду. Просто посмотри, где люди умирают. Вот да я хан умер, блять, вот здесь, почему-то, я не знаю, в самом конце. Зачем вы туда идете? Сука, Тимбыч нахуй, заебало фкашить. Тебя не босс бьет, тебе кошки нахуй прыгают на тебя, потому что ты стоишь в рейнже. Потому что потом тебя прыгают на рейд, и там еще одного шотают. Да в смысле ты тут? Ты, блядь, стоял и кашел, блядь, ебалом торговал, блядь, возле ступенек. Сукин сын, блядь. Как этот, как линкануть смерть этой хуйни? Да хули линковать? Я это не видели. Потому что меня эта пизда ёбнула. Потому что ты скилл. Потому что это скилл этой пизды, понимаешь? Поэтому и пишет, что это она тебе ёбнула. Это не трэш в РС-ке, где он отдельно. Короче, блядь, у меня пиздец вообще, блядь, я хуй знаю. Ты, мы просто видим, как ты стоишь в стороне, а тебя, на тебя прыгает кошка, ваншотает, и от тебя прыгает ваншот еще одного человека. Хули ты там хрустишь, блядь? Это ты, Тимыч, хрустишь? Ой, там же этот, Настя. А это Настя хрустит? Я не хрустит. Пишет. Сейчас его светилище, дикий наскок смерти от Тимбича. Просто. Тебе прилетает за 0,2 секунды 4 удара от часовых по 12к. Да. Три удара. Ты вообще тут прием. Вот ты сейчас ответь. Да. Ты стоишь, АФК. Вот, я смотрю. Понимаешь? Я чекнул проверку. И ты нихуя не отвечаешь. Ты стоишь. Так я нажал на кнопку, да? Так а не было нихуя показано. Ты, во-первых, стоял вот здесь, а надо стоять в ромбике. Ты стоял вот здесь, блядь. Понимаешь это, нет?
Нахуя ты там стоял? Вот я квадратный себя поставил, вот и тут стоял, блядь, в коте. Нахуя, сука? Ты не понимаешь, блядь, что ты в радиусе видимости кошек появляешься, они тебя прыгают и убивают. Ты, сука, тут должен стоять, блядь. Вот где квадрат показан. Или у тебя что, блядь, непонимание какое-то? А ты вот тут стоял и сдох, блядь, первый, нахуй. Ты ДПС, которого... Ну, других поставил на смерть. Короче, попробую в третьего танка спекнуться, помочь потаунтить. С пула, значит, этот Азраил отдашь зубы на Войда, когда кошки спулятся. У меня была рага, я потому что автоатакнул босса. Я успел дать этот, ну, во время полета урон по ним прошел, стан не прошел, так что я все успел сделать. А то, что у меня Blood Rage был КД, это потому что я крик на ХП давал рейду. Да, был такой. Но рага у меня была на ОЕ. Там мне очко горит, блядь, пиздец. Вздыхают люди, пиздец. Турбоёжик зайдет, там нет, Бармалюга, блядь, кинул нас. Ну, я же написал, что у меня пока висит. Что, это раз без рыбы? Да подождите вы с рыбой. Да я не тороплю просто. Ну, рыба. Да потому что пока дождешься людей. Вот сейчас 21.30. Он говорил 8.30 будет. Нету нихуя Бармалюги. Турбоежик висит, блять. Половина приходит через 2 часа на РТ. Кайфово, хули. Заебись, мне нравится. Охуенно. Мне еще лагает сейчас. Это пиздец, нахуй. Все, лагает без этого вайпа. Пиздец, нахуй. Ну сейчас хули, может, сейчас еще повайпаемся, нахуй, потом, блядь, зайдут люди, блядь. А потом через один трай, блядь, 5 человек спять, спать пойдут, нахуй. Заебись, блядь, РТ. Ай, вот это хранители хотя бы. Так пиздуйте, смотрите, блядь. Хули их смотреть, блядь. Ходи, блядь. Придем и вайпаемся, наверное. Вон Макшаман вообще уходит, заебись. Один уходит, другой заходит. И как были в 22, так и остаемся, блядь. Ага. На 18 ставить, учитывая, что люди в 19 только с работы приходят, 10 человек. Остальные 10 приходят в 8 с работы, а еще 5, блядь. То комп завис, то еще пиздец, то кошка рожает, то еще что-нибудь. Вот тебе и это. Просто еще сыграть надо, блин. Короче, я выбрал этот. Давайте заранее, пока кошки там ходят. Сейчас она обратно пойдет. Короче, я выбрал звезду. Звезда чисто первый моб. Блин, где она, сука? Мразь, выберись. В одну точку все встаньте, в одну точку. Прижмитесь к стене все, быстро. Танки выбирайте, короче. Этот, кто он там? Липса, допустим, кружок выбирай. И запомнить цель, короче. Это типа наши эти самые... Вот встаньте банально в ебучий, блядь, портал Лоховский зеленым подсвечивается. Прям сам фрейм. Там вижу
мельки стоят чуть дальше. Просто пытайтесь стать в один фрейм. Так, это наши эти самые. Короче, босса я повожу, а вы дикого подстанете, блядь. А я босса буду водить. Вообще, наверное. Ладно. Может, как-то ее поинтереснее пулить можно. Ладно. Опам килрога можно. Короче, значит, Депонатор, с пула, пожалуйста, тоже стань. С пула я отдаю все прожимки. То есть этот. Буду, короче, массовый этот таунт отдавать. Не знаю, ну там этот босс идет. Готовность. Блять. Просто все буду отдавать. И крик, и дубовую все буду отдавать. И зубы Даша зарвет сейчас. Фулл ДПС. Теперь кружочек выбираем. Боб. Поворачиваемся. Ай, блять, пизду, не ложимся. Ну его нахуй. Знаешь, почему люди умерли с самого начала? Вот стояла Роланда чуть дальше за этим. И хватало 5 метров для того, чтобы мы кошки на нее прыгнули. Да я вообще не ебу нахуй, блять. У меня очко горит просто. То есть 5 метров это очень маленькое расстояние. Если стоите чуть дальше, на вас кошка прыгнет сразу с пула. Она вас возьмет таргет. Потому что вы единственный, кто стоит типа на РНЖ. Станьте чуть ближе, еще на 2 метра станем чуть ближе. Вместе. Никто не станет на 2 шага назад, типа, но я же все равно в РНЖ в рейде стою. Вам не надо стоять типа в рейде с РНЖой. Точнее, в рейнже с рейдом. Вам надо стоять в рейнже с кошками. Ну, поставим Мишелька с дивана, он дальше что? Бабу забрать? А за Эвэйдис может. Вот там, где клипсы стоит, тут в клипсе надо пулять. Вот прям в клипсе. И там дальше, там, где я зарылся, и там уже 5 метров, и она шотнет. Если кошка подойдет там, где я зарыл, там она и ёбнет там всех. Там, где сейчас клипсы стоит, там идеальное место. И 5 метров нету, и нету этого. Я что-то хочу в другом месте ее пулять, курву эту. Ну, чуть ближе надо, смотри. Она убила с пола Роланду, я потом смотрю на где труп лежит, и Роланд труп лежал чуть дальше, чем Рейд. То есть Рейд стоял здесь, Роланда там 2 метра отсюда. Все, 5 метров достали, кошки прыгнули, увидели. Надо просто плотнее в кучу встать, чтобы где хантер там это все, пацаны все в куче как бы стояли. А то я смотрю, они просто прыгают, ебать, эти кошки из-за того, что мы сильно далеко стоим. Вам надо 5 метров держать не от рейда, а 5 метров от кошек. Вот это важно, не забыть. Короче, я знаю, как надо, блять. Идите сюда. За мной. Ты где? Где? Квадрат. Сейчас мы эту суку будем, как это называется, мы ее будем встречать, нахуй. Коп-стоп называется тактика, блять. Все встаем сюда. Все встаем сюда. Я же кидал по тебе лес вроде. Отличается тем, что босс пулится и сразу через секунду мы начинаем бить. Сука,
Почему ты сдохший лежишь, блядь? Беги сюда, Рещи. Вот рыбу ставь. Да хули я у уже нас лог завис. Червель вылетел. Лук вылетел. Вот сюда в угол зайдите. Вот сюда. Зайди в угол все. Здесь босс не спулится. Если пойдет сюда сейчас. Так, что-то метки там где? А, метки поставил, да? Звезда там. Ты хочешь ставить за эту колонну? Так что, вы все в один гребаный угол? Да. Или поближе подойдем? Подождите а? Пока, это просто, чтобы не спулить. Смотрите, теперь в квадрат вставайте. Геру не давать спула, Геру будем на добив оставлять. Значит, то же самое, пул прожимки, танки. И, ну давайте черепок выбирайте, пока они идут. Выбирайте из угла черепок. Ахать или нет? Нет, стой тут, я сам сагру. Okay. Сука, где я? Пример обмен. Так, готовьтесь. Я черепок выбрал. Лужу там разольешь, Тагариус сразу. БЗ сразу все готовьте. И массакру Тагариус готовь. Канаме в кучу. Так, дал этот. Черепок я танчу. Черепок зергаем. Фулбурсты дает. Фулбурсты отдаем в эту парашу. После черепка не звездочку. Жаль. Звездочку, звездочку. После черепка зубы по войду. Войду подхиливайте. Давай. Звездочку бьем. Быстро, быстро. Звезду все выбрали, зергаем. Быстро, быстро. После звезды кружок. Кружок. Стоим в квадрате, все под морды. Я потом босса заберу. Кружок, все возвращаемся. Возвращаемся быстро под босса. Босса поверни на квадрат. На квадрат поверни этого ебаного босса. Встали все в квадрат. В квадрат встали и за спины ушли быстрее. Убили кружок, потом крестик. И быстро, быстро это все делаем. Значит, Тагариус. Быстрее крестик, быстро крестик. Потом резьте в одно тело, блядь, не ссыки, бейте резьте. Значит, Клипса и Тагариус, на вас дикий, дикого весь рейд, дикого весь рейд. Таунтить сразу, не давать, чтобы он убивал кого-то. Таунтить сразу. Поближе босс... подойдите, Эрдру, Клипса, пожалуйста. Дикого, все бьем, стоим в квадрате всегда. Босса я сейчас забил. Босса я буду водить. Все дикого бьем. Все, ультразвук захиливаем. Визиря поднимаем Акшамана. Служи отходим, захил Макшамана. Идем в квадрат. Быстрее захил, зрыла не уронить. Стали в квадрат. Все, бьем эту суку ебаную. Теперь давайте Геру. Пул ДПС по этой курве. СС, если есть, обновляйте. Все, засчитовывайте максимально рейд, вбиваем косты. И все. Тагариус с этим. С этим, с клипсой. Кошка резнулась. Вот она резнулась. Уже стан, уже таун. Никого не должна убить. Никого. Это только от вас зависит. Все, дикого бьем. Быстро. Весь рейд дикого. Зергаем. Быстро, быстро. Поднять всех на пул хп. Дикого бьем. Пол хп идет сильнее дикого. Готовимся идти. Готовимся идти. Секунда, идем. Идем. Идем в квадрат, быстро ушли оттуда. Захил, захил, никого не уронить. Значит, этот. После страха, после страха. Тимбыч, поднимешь Роланду. Поднимай Роланду быстрее. Возвращайся, поднимай Роланду быстрее. Сейчас спустимся вниз. Ты где, Тимбыч, поднимешь, нет? Быстрее, быстрее. Вставай, захил, фулл баф по ней. И ДПС сразу дает. Дикий резнулся, два танка. Весь рейд дикого бьем, арти не уронить. Идем вниз вместе с диким. Идем сюда, в квадрат встали. Дикого таунти. Сверху ушли все, сюда встали. Все в квадрате стоят, задумлю за хил. Дикого фулл ДПС. Это третий, если не ошибаюсь. Пять кошек убьем и фулл бабосу будем играть. Фир переживаем,
удар часового сбить, удар, сука, сбить. И захил. Просто в квадрат стали. Каномэ захилить. Быстрее, блядь, захилить. Ханта. Чё там у дикого хп, я не вижу. Подошли. Отходим снизу. Говно ебаное, блядь. Да хули на хп там, на ману надо давать. Значит, этот, задурлю визирю леси. Тагариус, перехвати босса. Сейчас после фера уже. После фера. Сказ сбить. После фера. И поднимаемся сюда наверх. Дикий появился. Дикого все играем. Потом уже после дикого. Сюда наверх. Быстро идем все. Сука, никто там не стоит. С диким вместе идем. Он сам придет сюда. Дикого все бьем. Это какой? Пятый, да? Дикого. Четвертый. Значит, еще одного убьем. Убиваем, готовимся отбегать, и сейчас фир будет. Сразу бежим за квадратом дальше. Бежим дальше, в лужу не попасть по фире. Быстрее. Значит, Тагариус, сейчас после ультразвука. Забей из меня босса. А, они же далеко лежат. Ладно, пойду резко. Креветка, встаешь. Быстрее. Уртинер. Быстрее, блядь, поднимайся. Да не нужно. Все, забрал. Дальше кошек, смотрите, кошка как труп. Он встанет, сначала хп у него, вот встал труп. Посмотрите, танки, внимание обратите. Уже выбрали в цель, выбрали в цель. Прыгнула стан. Стан, таун по ней. Все в дикого играем. Задрую инер по шману. Это последний. Это последний страж, которого мы убиваем. Потом просто босса бьем. Блять, все равно, блядь, пиздец, ДПСа нет нихуя. После фера возвращаемся под морду. Где дикий? Почему он прыгает? Это под морду, под ноги возвращаемся. Вы видите медведя квадрат? Быстрее добиваем. Так, захиливаем. Готовимся отбегать от лужи. Отбегаем. Все, бежим, встаем в квадрат. И только босса сейчас сыграем. Быстренько, далее АОЕ. Все, максимальный депресс. Орландо, дай геру по тебе. Что-то я не знаю, хватит у нас, нет. Два лука лежат. Вот если бы, сука, они живые были, блядь, ёбаный в рот. Пиздец, вот как с этого горит, блядь. Просто сдохли по такой тупости, блядь. Повернул сюда. Дикого в рейде держите. Не бить дикого, только босса, только босса, только босса. Главное вместе стойте, чтобы он не прыгал на вас далеко. В квадрате стойте, квадрат стоит для этого. Кимбыч тоже стань, пожалуйста, под морду, потому что если прыгнет, пизда. Ну я хуй знаю, половина, 3 минуты и половина хп. 15 лямов за 3 минуты, я не знаю вообще, блядь. Можно быть попробовать дать геру под ризику намного больше. Да давайте, мне похуй как бы, блядь. Просто мне нужно, чтобы Макшаман с Рикой были живые, блядь. Они вообще не должны после фира умирать, но у них есть портал. Да от фира по луже побежал, а потом еще ультразвуком добил. Это пиздец за лупа, блядь. Престол не хватает, но за что. Хуй знает, что тут не хватает. Тут нихуя не хватает. Может быть, если постараемся, сможем. Да хули, старайтесь, блядь, а что теперь? 2 минуты, 40%, блядь. 10% за 30 секунд. Значит, это, значит, смотри, этот, следующий трай Крипса, берсерк себе даешь и таунт по дикому, если он есть, а вент разбиваешь на боссе, раз, чисто авента, сейчас посмотрю, кто сбивал,
прерывание ветра нормально. Слушайте, у меня есть идея. А если стоят за углом, а можно фир скипнуть? Ну вот смотрите, здесь например, наверху, да? Мы стоим на углу, бьем эту бабень. Как только на фир кастуют, все быстренько за угол спрятали, скипнули фир. Вышли, начали дамажить. Че, попробую? Понимаешь, все равно скипать, не скипать, надо, чтобы живые были люди, чтобы было кому добивать. Видишь, мы упираемся в бирсу. Я понимаю, все, уже не убить. Фир, но есть вероятность того, что будет больше живых. Единственное, вот из-за фира вот этот косяк большой. Так как у нас шаманов не хватает, чтобы эфир на этот темп, то ну как бы я такое решение. Давай я ретроспектим в этого в сову. Да, давай спектр. Ну смотри, 10% не успели только. А ты считай, если не умрут локи плюс. Если локи не умрут, плюс еще одно тело будет, блядь. Будет. Бабл плюс таунт. А какой 10%? Не. Ну, считай, мы набили 6%, даже, грубо говоря. Там плюс-минус 1%, 5%. Как раз двух локов и одного. Совы и плюс одного РГД. Попробуйте, вас да. 10 человек живые есть, я не знаю, там лям 700. Пускай по таунтят. По таунт. Хантом таунти, отвлекающий выстрел. Физби, все. Заебись. 4%. Сука, осталось. Зашел там кто-нибудь или нет? И у меня вообще жопа говорит, где труба? Бармалюга пишет, что заходит. Заебали, блядь, пиздец. 3 часа РТ прошло, блядь. Вот как раз место меня на. Я уже все. Вот видишь, один, блядь, зашел, один вышел, блядь. Охуенно, нахуй, мне нравится. Пиздец. Там работа зависит. Денис. Да. Давай заебал, что один трай делаем и все, нахуй, пойдешь спать. У меня уже время, алло. Да иди, иди. Бля, что мы тебя пытать будем, что ли? Заберемся как-нибудь. Выпнемся, выпнемся, вообще похуй. Мы же не какая-то топовая гильдия, нам не надо этот шмот, мы просто играем, общаемся. А, я так сейчас понял, мне под фирс там давать, да? Это клипсы. Вот есть дикий защитник, который шотует. Ну это я понял, да, я давно вот. Понял. Ты даешь себе ярость берсерка. Ты даешь себе ярость берсерка. И если он есть, ты даешь по нему таун, когда он появляется. Потому что если по нему не дать таун, он прыгнет в ДДшника и убьет его сразу. Дикий защитник. Так а я ему давал таун, он все равно туда-сюда прыгает, или это. Да похуй, что он прыгает, понимаешь? Главное, чтобы он в цели держал тебя. Дал таун. Ну, я только даю для этого. Вот и все, вот и все. Вот так и надо. Так, теперь. Азриил, в ДЦ оставайся. Есть у кого поглощение? Кто-то смотрит вообще поглощение? Ну, отдельно. Есть поглощение и исцеление. Ну, пеленканите мне эту хуйню. Тагар, я стакаю, ты че? Он все время висит. Че хотите сказать, он не на первом месте, что ли? Визир вообще там мало хпс. Понятно. Потому что он на этом боссе типа вообще никак не должен. А рекаунт показывает. Я скачал для сервиса специально с их сайта, он мне почему-то поглощение вообще не показывает. Ну так ты должен специально пока этот скачивать. Я специально скачивал с этого с сервиса, который есть поглощение, но там ноль просто. Пусто. Понимаешь? Да все, да забейте хуй. Тыкните шкаф. Короче, маги, у вас есть еще глыба есть. Я чуть больше макшаманом дамажил.
Азраил, ты по себе крестовский антифир даешь? Он слетает после первого фира. Сука. Где вот турбоёж, блядь? Вот, я буквально на три минуты АФК. Ну заебись, чё. Может, пока что этого? Совет? Да какой в пизду совет? Ладно. Она 3 минуты АФК, совет, там ещё трэш бить. Там не вайпнемся, точно. Кто там пишет? Прикинь, Бармалёгу в вторую пати, пускай он там дает антифир, тотем. Четвёртая пати, там куча локов, которые нормально, ну, которые сами этим бегут порталом. А третья пати там одни маги, поэтому им не страшно, они блинкуются. А в остальных пати надо обязательно поставить по шуману. В каких? Я имею в виду Бармалёгу перекинуть во вторую пати. Потому что третья пати, они блинкуются, там одни маги, а четвертая пати куча локов, которые портуются обратно этим порталом. А остальным надо ждать на тотем для того, чтобы они быстрее подбежали под этот, под босса. Геру можно дать на 30% под экзекут. Давай локом магам дадим эту хуйню. Тут точнее локом. Дохнут как пиздец вообще. Дайте шкаф, сумнем второе окно, блядь. Пиздец, значит. Локи. У вас есть туз этого какого-то доспеха, который хп там увеличивает? Дайте шкаф. Да, слышка, все уже смотрит. Да, все уже. Пошли в квадрат. Как пулили тот раз. Роланды тут? Бежим сюда, встаем. Где это начало? Бармюра, не забудь тотем на античек поставить. И постоянно переставлять его после каждой перебежки. Геру с пула не отдаем, Геру вообще наконец оставим, уже когда все выживем. Когда будут добивать там вот эти 10%. А ты, короче, своего ДКшника, я не знаю, ты его спрячь, наверное. Пускай он у тебя здесь стоит, а палом побежишь, и если палом сдохнешь, ну как-то я не знаю, как-то подумай, короче, как сделать, чтобы если одним сдох, то вторым поиграть. Или ДК побежишь бить. Он у тебя анхолик, он. А, ну там это самое. Распредели, у тебя 3 СС есть. СС раскидывайте. Так, что там кошки эти, блядь, где они? Нет, Локи, не забудьте под себя постоянно порталы ставить, чтобы назад и пошиться. Обязательно. Сука, нихуя нету меток. Короче, звезду кружок поставил, этого хватит. Тут вот сначала стоит. Звезду потом кружок? Да. Угу. Войско, когда мне давать лучше? Давай сейчас. Прям сейчас? Да, кастуй. Все, готовьтесь, сокрус пула. Фул прожимку отдал, звезду зерга. Потом кружок зерга. Да, стан не работает, блядь. Ну на дикого хоть работает. Потом черепок зерга. Быстренько черепок скинь.
Сейчас фир проходит. Под ноги стоим в квадрат. Все, по паладинам играем. Быстренько, да уешиваем эту хуйню. Все, забираю босса, добивайте. Сейчас заберу босса, ваш дикий защитник. Тагариус этим ультразвук. Вот мы дикий. Первый дикий пошел, все встали в квадрат. В квадрате всегда стоим. Не давать никому убить дикого. Захил. Все, вы знаете, что делать. Просто захиливайте, пока он успел дать тычки. Дикого убьем, отойдем. 5 кошек убьем. Или 4, может. Может, 4 попробуем. Давай 4. Все, отходим в квадратик. Надо резать припал. Блять, визиря резай, Настю. Пиздец, как сдохло. Резай, Настю. Вставай, именно всю хуйню. Я там ставлю на маму. Если СС есть, обновите. Все, максимальный ДПС по боссу. 4 кошки, значит, убьем. Смотрите на труп в луже. Танки Эклипса и Тагариус. Ясно. Вот, дикий пошел. Весь рейд, выбираем его в цель. Стоит в квадрате, чтобы он не прыгал. Бля, это пиздец. Кимбыч сразу визирю резай. Быстрее дикого бьем. Выходит, появляется этот дикий, выходит это самое. Дубовую кожу отдавайте. Вас и захил. Бабу хоть паладин нажимайте, если вас бьет. Квадрат встали. Где дикий? Встаньте в квадрат ближе к боссу, чтобы он не дрочился там, за спиной у меня. Подходим. Быстрее с лужи выходите, захил рейд. Давайте. Спускаемся вниз. Пошли в квадрат, не стойте. Тотем обновите на антиверсии. Обновляйте все, понимаете, на антифер, да. Так, 4, наверное. Так, сбили. Появился. Быстрее, не это, стаунтите заранее. Да как так, я же совсем. Может, он появляется далеко, 5 метров, как бы, никто не отменяет. Надо таунтить его, чтобы он не прыгал на ДД сразу. Танки у вас получается таунтить? Ну, если 2 БР есть. Как только прыгает, сразу стану ему. Проходим дальше. Тагариус, забери босса. Вставай, все. Вставай быстрее. Так, забрал обратно. На дикого смотрим. Как только он резнется, сразу готовимся ему давать стан. Таун. Набирать на нем агро. Он прыгнет на вас и набьет ДД. Дикий появился. Есть. Быстренько. И фул ДПС по нему. Это 4-й, да? Угу. Бьем сильно. Где-то убиваем и уже поднимемся наверх. Попробуем фир появить там за ступеньками. Быстрее его бьем. Пол ХП нету. Готовимся подниматься. Пошли наверх. Смотрите, фир будем эвейдить. Сбили каст. Смотрите. Вот ставлю босса сюда. Давай, сука тупая, поднимайся. Вот смотрите, босс стоит здесь. Поняли, где фир эвейдить? Где урна стоит слева? Сейчас все под мордой стоим. Каст фира все видят? Ультразвук. Сейчас посмотрим, сколько человек в фирце выйдет. Так, смотрите, фир. Забежали. Дикие танки. Дикого здесь держим. Танки просто на вас держим и все. Друг с друга танки. Не было фира еще. Видите, ДПС сколько проебали. Вот сейчас. Видите, сколько проебали ДПС, да? Заебись стоять, да? Вот фир. И никто не сывейдил. Видите, как кайфово. Что, за стеной эвейдится? Нет, эвейдится. Не эвейдится? Значит, стали ровно в квадрате и бьем. А вы ей даем. Даем геру.
фул ДПС по боссу. Дикого просто держите. Бить только босса, дикого не бить. Ну, смотри, теперь 4 минуты, и у нас больше ДПС. Если никто не умрет, то, возможно, убьет. Копии по КД отдавайте, маги. Тотем сил ловкости стоит. Ставьте, ставьте. Не ставь, какой тем ловкости, ты чё? Поставим на антифир тотем. Этот самый, как он называется? Тотем трепета стоять должен. После фира возвращайтесь в квадрат, главное. И сильнее по боссу. ХП сразу захиливайте на фул. У вас не было там фул ХП. Ну, арти прохиливайте. Щиток вешай на хилок обязательно. Ой, эфир. И под квадрат обязательно возвращаемся. Три минуты 40%. В тот раз было 2 минуты 40%. У нас минута форы. На 6% должен быть. Давайте сильно. Сейчас экзекутка начнется. У локов уже началась с 35, у Африки. Поехал. Там с 35 тоже есть. Квадрат возвращаемся. Сильнее, сильнее по боссу. Весь ДПС отдавайте. Тиму сейчас захилим. Видите? Он послабее сейчас. Главное-то уйдите друг с другом. Дайте гиру, пускай еще продамажит. Дайте гиру. У меня КД. Рван проблюр у вас слайд. Смотрите, дикий умрет, возможно. От ОЕшного ДПСа. Нужно будет служить отбежать, имейте в виду это. Эфир сейчас. Вы его не бейте. Бейте только босса. Вот сейчас эфир. Нужно после эфира отойти, чтоб. Вот. Потом еще дикий, если что, появится. Он уже слабее будет, конечно. Сейчас он уже, блядь, сдохнет скоро. Главное, чтобы с эфиром не совпало. Так, минута 30. 5 лямов. Смотрите, у дикого мало хп, обратите внимание. Будем идти туда. Направо. И сейчас фир еще. Блять, совпадет. Сука. Микрозвук. И сейчас фир. Отвести предсмерти, как крипса делает. Сейчас после фира отойдем. Каст, каст, бейте, каст, каст, сука. Вы что, ебаный в рот? Ебанулись. Сейчас дикий сдохнет. Вы что, дрочите, что ли, или что, блядь? Меня дикий убил. Отошли служи. Квадрат стали. Можно бэрнуть? Нет. Бэрьте, на кого бог пошлет, короче, уже похуй. Лям добивайте. Значит, у вас 40 секунд. Лям с половиной. Дикий встанет, Тагариус с клипсой, да, дикий в него таун встанет. Лям остался. 20 секунд, 30 секунд, нормально. Вот. Че, успеем, успеем, успеем. Да успеете. Подбегайте, добивайте босса. Дикий, смотрите. Просто танки станките и стан ему дайте. Все, добили. Убили. Курва ебана. Два меча. Охуенно, зубило упало. Но спасфера упала. Угу. Плохо.